Ну что, давайте сегодня с вами поговорим о домашней видеостудии. Поскольку мы все с вами сидим дома, и давайте с вами освоим какие-то новые навыки, да, получим новые знания. В предыдущих эфирах мы с вами рассмотрели, как найти тему для YouTube-канала, какую цель ему поставить, цель развития вашего канала, и даже поговорили о контенте, какие темы вообще интересны зрителям, да, что нужно снимать. Ну а сегодня давайте поговорим о том, как сделать свою мини-студию, буквально о базовых каких-то советах, о базовые рецепты я вам сегодня дам по созданию своей студии в домашних условиях. Пишите, пожалуйста, если вам это интересно. Я надеюсь, что за короткий эфир я дам вам несколько фишечек, которые вам вот в будущем пригодятся. Так, что нужно вам вообще, в принципе? В принципе, нужен рабочий стол, да, ноутбук или компьютер для того, чтобы потом монтировать ролики. Вам нужна будет камера, вот, вам нужен будет микрофон и, ну, пожалуй, и локация, которую будете снимать, будете продумывать. Ну, к тому же и звук, конечно, тоже. Но я сейчас подробно обо всем поговорю. Итак, смотрите, начнем мы с камеры, да, на что будем снимать. Если вы откладываете съемку своих видео на долгий срок из-за того, что у вас нет профессиональной камеры, друзья мои, я вас просто сейчас мотивирую на то, чтобы вы начали снимать прямо сегодня. Вам достаточно будет иметь... У вас уже есть, у всех есть мобильный телефон. Сейчас качество изображения на любом мобильнике просто замечательно. Но вот сейчас у меня Redmi, вот такой вот мобильник, да, я им пользуюсь, но он у меня буквально полгода, да. А раньше был и такой смартфон, Android у меня были, да. Вот, и было Sony. И даже вот начинала вообще 3 года назад вот с такого телефона. Но я все равно снимала, вот, делала видео и потом монтировала это. На программах монтажа тоже сегодня немножечко поговорим. Итак, смотрите, у вас в руках камера, да? У вас в руках телефон, на который вы будете делать съемки. Значит, держите всегда мобильник, чтобы глаза у вас были напротив камеры. Вот видите зрачок камеры, да, чтобы глаз всегда был напротив камеры. Не держите камеру высоко, чтобы не было вот такого неестественного положения камеры, да. Не держите вот так внизу камеру, потому что я не часто, но я видела такие ролики, которые вот, ну, буквально, наверное, кладут на стол, да, блогеры, да, и начинают снимать, вещать просто вот над самой камерой. Это все не очень хорошо, вот, поэтому ваши глаза должны быть напротив камеры. А еще лучше, если вы в мобильнике поставите такую сеточку, да, вот золотого сечения, и будете отслеживать, чтобы глаза были на третье, да, кадра. Да, на третье по горизонтали кадра. Себя вы можете располагать либо по центру, например, да, либо занимать, вот, например, 1/3 кадра, вот как, например, сейчас и я. Еще один совет по съемке на мобильный телефон. Не снимайте на фронтальную камеру. Ну, то есть, вот как вы делаете обычно селфи, да, вот так вот, селфи, да, на фронтальную не надо. Снимайте на основную камеру. Понятное дело, что на фронтальной камере вы сами себя видите, это очень удобно, да, то есть можно всегда подкорректировать какие-то свои движения, да, действия, то, что вы снимаете. Вот, когда вы снимаете на основную камеру, этого не видно. Но здесь я вам фишечку такую подскажу. Вот когда на основную камеру вы ставите, например, на подоконник, да, вот, настраиваете ее, усаживаете вместо себя какого-то героя другого, да, настраиваете, и вот сзади мобильника, сзади камеры, да, просто установите зеркало, и тогда в этом зеркале вы будете видеть отражение того, что же все-таки вы в данный момент снимаете. Вот. Вот такой вот тоже вот интересная фишечка. Теперь смотрите, значит, по поводу фона. Еще по поводу штатива, да, хочу вам сказать по поводу штатива. Очень часто нам нужна не только вот селфи-палка, как мы говорим, да, или монопод. Вот у меня есть вот такой штатив, он с ножками, вот я могу его установить на какой-то, так,
тут раскрыть. Вот, раскрываются ножки вот у него здесь, да, я его могу устанавливать любую точку, он очень легкий и легко передвигается, вот так выдвигается и на расстоянии метра. Ну, конечно, немножко маловато, мне приходится подставлять, ну, еще повыше, да, то, что, чтобы это было на уровне глаз. Вот, сюда вставляется мобильник, вот, и таким образом производятся съемки. Очень удобно со штативом, легко переносится, тем более такую палочку легко всегда в сумочку положить, даже если я куда-то иду на прогулку. Ну, в домашних условиях тоже. Если вы, например, хотите, это мы сейчас вот о фоне будем говорить, да, о локации будем говорить, можно тоже перемещать в любую конец вашей квартиры, вашего дома. Ну, или на улице тоже брать с собой, тоже возможно. Вот, теперь дальше. Значит, по поводу камеры понятно, да? Теперь следующий момент, очень-очень важный, это фон. Это фон или локация, на которой вы снимаете. Фон может быть естественный, то есть это комната ваша, да, то есть это ваше обжитое пространство, скажем так, да, то есть очень красиво смотрится, когда видна глубина вашей комнаты, вот, и вы располагаетесь, например, там напротив окна, да, и за вашей спиной находится, ну, ваше пространство. Вот, красиво смотрится. Либо фон может быть ваш, за вашим рабочим столом, да? Либо такой искусственный, скажем так, это фон, который вы устанавливаете специально для своей мини-студии однотонного цвета. Вот, ну вот я создала, например, я натянула ткань вот такую серую, да, ну, до этого у меня был белый фон, я купила такие пластиковые панели, которые вот стыкуются между собой, вы знаете, да, вот в Максидоме, да, в строительных материалах. Вот тоже, в принципе, на первое время достаточно, если вы хотите однотонный тон. Например, ну, образовательные каналы, да, какие-то обучающие видеоуроки снимать. Вот, значит, это может быть ткань, габардин, очень красиво смотрится такой мягкий тон. Тон можете выбирать, ну, в принципе, если возьмете, например, зеленый, такой светло-зеленый тон, то в дальнейшем вы сможете использовать программу ChromaKey и вместо этого фона уже вставлять такие очень прикольные футажи, которые будут уникализировать ваше видео и вообще делать его, ну, просто необычайно интересным и привлекательным. Но это уже, как, это уже более такие профессиональные, скажем так, навыки. Мы сегодня с вами рассматриваем базовое, то, что у нас вообще прямо сегодня и сейчас вы сможете делать в домашних условиях. Вот, значит, однотонный фон, в принципе, не очень хорош, мне он не очень нравится, он скучный. И тем более, если такая говорящая голова, да, вот средним планом я сейчас снимаю себя, да, вот, скучно. Но в дальнейшем я могу вот с этой стороны, да, вот здесь, где у меня свободное пространство, я на третьей экране нахожусь, да, я здесь могу какие-то баннеры вставить, то есть раскрасить свое видео и разместить сюда, ну, какие-то подсказки в виде, ну, при монтаже, конечно же. Это уже буду устанавливать немного позже. Ну, а так вы можете украсить, в принципе, либо полочку какую-то поставить, да, либо там цветочек, либо дерево такое красивое, тоже будет очень красиво смотреться на фоне, на разнообразном фоне. Итак, значит, естественный фон, да, и искусственный фон. Здесь уже можете придумать. Можете, кстати, заказать на Алиэкспресс бумажный фон. Там разные совершенно оттенки, любые оттенки. Главное, когда вы будете себя снимать, чтобы цвет вашей одежды не сливался с фоном. Но если, например, вдруг такое произойдет, да, что цвет одежды и фон у вас одинаковый, вы просто сделаете подсветку там на этот фон, и тогда немножечко можно будет эту ситуацию исправить. Следующий момент – это свет, это освещение. Очень важный момент, друзья мои. Вот я сейчас, у меня слева находится отражатель. Вот смотрите, у меня справа окно. Сегодня то солнышко идет, то тучки заходят, да, это, в принципе, не очень так это хорошо для съемок, да, лучше вот идеальное такое естественное освещение, это пасмурная погода, когда не очень ярко светит солнце, вот тогда такой свет очень мягкий,
рассеянный, равномерный. Вот вы становитесь напротив окна, держите перед собой камеру, ставите штатив в камеру, да, и начинаете снимать. И свет распределяется очень равномерно. Ни теней нет, ничего нет. Вот, кстати, по поводу теней. Если вы снимаете себя на фоне однотонной стены, то обязательно отходите на шаг или два вперед. То есть не нужно быть рядом со стеной. Вот я сейчас, наверное, немножечко даже близко сижу. Вот, если я, смотрите, придвинусь, смотрите, какая тень. То есть если бы у меня не было отражателя, у меня тень вообще была бы с двух сторон. Вот. То есть чтобы не было теней, на метр или два вы отходите от стены, вот, и тогда будет вот равномерно. Видите, сейчас нет теней, да? Значит, самое такое... базовый и дешевый, бюджетный вариант освещения, чтобы не покупать блокбоксы, да, хотя, в принципе, тоже очень классно и здорово, вот, вы можете использовать в качестве основного источника света окно, так, сейчас как мне повернуться, вот, использовать окно, да, то есть встаете напротив окна, держите перед собой камеру, вот, никогда не садитесь спиной к окну. Друзья мои, часто я вижу вот такие эфиры, когда автор, да, садится вот спиной к окну и начинает вещать. Но ведь абсолютно не видно его лица. Окно просто, свет из окна, он все это освещает, и не видно самого автора совсем. То есть это такая грубейшая ошибка, я бы сказала. Так, избегайте этого. Не нужно этого делать. Если у вас со стороны, значит, свет падает, вот как у меня сейчас справа, да, то слева у меня стоит отражатель. Вот смотрите, я поиграю немножечко вот этим отражателем. Видите, вот, да? У меня тень появилась с левой стороны. Если я вот немножечко вот так вот, то, ну, у меня отражает свет из окна, и тогда, в принципе, уже теней становится значительно меньше, а то если я еще лучше поиграем, да, то теней не будет вообще. Вот. Не буду сейчас отвлекаться. Значит, смотрите, это по поводу отражателей. В качестве отражателя что можно использовать? Можно квадрат пенопласта использовать, он хорошо отражает свет, падающий от окна. Можно ватман использовать, вот. Ну или такую фольгу, да, вот у меня здесь, например, висит такая серебристая фольга большая, которую вот я тоже немножечко играю, когда с ней, да, я вот улавливаю тогда, когда, чтобы не было много теней, чтобы не было теней непонятно. Так, значит, это что касается фона. То есть это либо ваша, скажем так, глубина вашего пространства окружающего, да, либо это какой-то фон, который вы построили для своей мини-студии. Кстати, я хочу вам сказать, очень удобно, когда у вас готовая мини-студия, и вы в любой момент можете просто сесть вот к этой локации, да, и в любой момент начать вещать. Потому что если у вас это не обустроено, то вот... каждый раз начинается с того, что начинается завтра. Вот завтра я сделаю, завтра я поставлю, завтра я там повешу, завтра я начну. Вот чтобы этого не было, вы, ну, прежде чем начать снимать, вот сейчас вы, у вас есть много свободного времени, нам дома абсолютно не скучно, вот, и поэтому есть, ну, великолепная возможность начать, наконец, снимать свои видео. Вот. Но если говорить по поводу... уличные улицы, да, но вы можете там брать любые тоже локации, это и кафе, и магазины, и выставки, и мероприятия какие-то, просто прогулки города, по городу, когда вы рассказываете о достопримечательности, ну, здесь масса самых разных вариантов, вот. Итак, значит, мы с вами поговорили о фоне, о фоне, да, поговорили с вами о камере, какая должна быть, об освещении. Теперь дальше о звуке. Друзья мои, очень важен звук. Если вот сейчас я опять же возьму микрофон, возьму мобильник, да, в принципе, звук хороший. Звук хороший, но все равно качество немножечко, вот, например, если в комнате у вас мало предметов, да, то будет эхо. Вот это эхо нужно будет глушить, ставить, вешать какие-то мягкие одеяла там, да, например, чтобы, ну, приглушать вот это вот эхо, чтобы не было. Но лучше всего использовать петличный микрофон. Вот, его вставляете
Я сейчас с ноутбука, не с мобильника, поэтому мне микрофон не нужен. Хотя, в принципе, у меня статичный микрофон тоже есть, достаточно хороший. Вот. Петличный микрофон, вы его в любое, близко, конечно, к источнику звука, вы его размещаете. Тут есть такая прикрепочка. Вот. И используете. Длина шнура у микрофонов очень длинная, она позволяет перемещаться, ну, пространстве, скажем так, да, вот показывать какие-то вещи тоже. Вот лучше использовать микрофон, лучше. Вот. Но если нет, то тоже не отчаивайтесь, вполне достаточно вот базовой версии вашего телефона, который у вас есть, неважно, смартфон, айфон, либо либо какой-то еще. Вот, значит, дальше что еще? Это по поводу звука. Теперь монтаж. Монтаж необходим будет. Если вы, в принципе, можете монтировать при помощи приложения прямо в мобильнике, да, вот, но если в ноутбуке или в компьютере есть штатные такие бесплатные, да, версии программы для монтажа, вот, я могу потом прописать их, да, дать название этих программ. Вот у меня вот на старом ноутбуке стоит программа Movie. Сейчас вот точно не могу сказать, но вот эти вот штатные программы, они вот очень много функций. Там можно и обрезку сделать, и склейку, и переходы самые разнообразные, и музыку вставить, да, и звук тоже поиграть со звуком, и титры поставить, и прописать, да, и конечные вот эти вот заставки там 20-секундные, то есть там можно и слайд-шоу делать, то есть очень много, там такая простая, очень удобная в применении и очень легкая. Я использую такие версии более продвинутые, скажем так, вот, Camtasia Studio, вот сейчас изучаю Movavi, мне очень хочется научиться Movavi, мне понравилась эта программа, я увидела массу в ней возможностей, вот, буду ее использовать, хочется тоже постоянно обучаться и учиться чему-то новому. По крайней мере, сейчас времени немножечко стало больше. Вот, это по поводу монтажа. Ну и что хочу вам сказать, друзья мои, снимайте и снимайте регулярно. Снимайте ежедневно. Это такая же привычка, вот, как и другие вырабатываются, да, вот если вы 21 день что-то делаете, у вас вырабатывается привычка. То же самое для съемок, у вас выработается привычка снимать на камеру, да, вот, и с каждым разом это будет становиться все лучше и лучше. Это 100%. И вы представляете, если вы начнете снимать каждый день, у вас через год будет 360 видео на канале. Это очень круто. Ну, соответственно, и подписчики будут, и просмотры, и ну, основным таким базовым вещам, вот как создавать канал, мы начнем уже со следующей недели конкретно разбирать уже по созданию канала. Сейчас мы только подготовку с вами делаем. Так, ну что, вот если будут какие-то вопросы, вы пишите, пожалуйста. Вот, поэтому не откладывайте в долгий ящик съемку видео, начинайте прямо сейчас, прямо сегодня, вот, из тех средств, которые вы есть, используя вот мои советы и рекомендации. Все, всем пока, до следующей недели. В среду будет эфир следующий.